Буэнос Диас, перцы. Я один раз я вновь озаряю ваши экраны, а это значит, что мы продолжаем раздавать неиллюзорных низов пикмослон. Поэтому садитесь поудобнее, берите свои ништячки и сделайте громче. Сегодня мы заедем. And beware of cops. Погоди. Объект зеленый Астон Мартин. Ух! Скорость выше допустимой и растет. Ага, нашел идиота. Так, 200 тонн рейта, 100 тонн ущерба. Сколько там шипов, я чё-то хуй понял. О, здорово. И 6 шипов. Блять, должно быть норм. Короче говоря, выполняем челлендж. Наверное. Едем, едем, едем. Поскольку прикат у меня достаточно так неплохо. Да пошел ты. Письма. О, ветролет. Здорово, копать. А я тебя ждал, сука. Бабах. Удар в заднее крыло, и Пантиак взлетает в воздух. Да твою-то дивизию, опа, опа-па. Минус 2 джипа, 3. Уже 120 тонн рейта, а мы еще даже не проехали вторую минуту. Охуенное дело, однако, господа. Мне это нравится. Так, раздаем стрекозлу. Всем участникам погони, гоните объект на нас. Дю. Мы перекрыли дорогу. Эти ребята мне тоже помогают. Милыш, в какой-то мере. Блять, не увернулся. Вот это вот очень опасно, скорость упала. Ладно, посрать. Лезем вниз. Пришли ты на подмогу. Носорожи. Инертность у них как у кабана. Видели когда-нибудь, как кабан нападает? Я это на собственной жопе прочувствовал. Когда на тебя летит здоровенный 300-килограммовый сикач, блядь, это реально страшно. Бля, не, ну вы видели, как он летел, а? Походу. Не, масса Астон Мартина, конечно, спору с копами решает. Но просто... Да, блядь, это третий носороги меньше, чем за километр. Отойдите и ждите. Ебаться в телевизор. Действуем точно по учебнику. Задача согнать его с дороги. Пошел в писю. Так, вон там стенка. Ага, шипики. Бам. Меня дополнительно отбросило от шипов. Немножко неудачно ударил. Надо было попробовать по касательно. Немножко дрифтанув, ну, похуя. И опять шипы. Так, вот здесь было поопаснее, но тем не менее. Блять, ну куда ты на меня летишь? Ты чё, охуел? О, там уже под крепом запахло, твою-то мать! Ой, что-то меня болтануло. Надо посрать, в принципе. Так, джип перевернут, можно пилить дальше. А вот и объект, приближаемся. Блин, такими темпами, вот так подумать. Если учитывать, ну, грубо говоря, за 3 минуты мы набили 200 с мелочью тонн. Умножаем на 20 и получаем где-то 4 ляма чистых. Не считая пари. Не тачка, а спиннинг какой-то. Попробуй сбить его с дороги. Не, ну, блин. Астон Мартин, конечно, сильно круче Лансера в плане убийства копа. Ну, это же просто машина для уничтожения. Ну, блин, машина, я знаю, что она автомобиль. Но, блять, в плане того, что это просто машина для убийства. 20 меченых? Да ладно. 2 к 1, кстати, не покурили. Объект вне поля зрения. Кто-нибудь видит его? Я засек его, продолжаем игру.
Ясно, продолжаем, продолжаем, какие проблемы. О, снова вентилятор. Скорость 300, я уже потихоньку улетаю в отрыв. Бум. Спать. Ну-ка. Куда бить-то, блядь? Вот так. Заодно и пари взял. Опять шипы. А, нет, кстати, без шипов обошлось. Ну, какая-то из тачек перевернулась. Так, 5 секунд подкрепа, надо ускоряться. Ну все, поехали. Я собираюсь прижать его к обочине. Ну, он еще. Все, теперь опять режим скорости, скажем так. В принципе, это было единственное возможное место для удара, но я очень сильно потерял скорость из-за того, что подъем плюс к этому удар по тяжелому джипу, ну блять. Ну пари у нас закрыты. Принято. Браво 2-6. Подкрепление уже выехало. Фу! Засеиваю. Так. Снова лупим. Снова лупим. Так, парни, делаем все возможное, чтобы он попался. Ой. Вот чуть-чуть мне не хватило, чтобы не обосраться. Так. Нахер. Лучше объеду. Немножко разложился. Ну, блядь, лесовоз был слишком уж внезапен. Почему я его тут пометил, а? Я же ударил в самый край, поэтому он закрутился как ебучий спиннинг. Меня больше радует именно вот аркадность этой игры, потому что, блять, от таких ударов у меня машина должна была кончиться еще на первом заграждении, но, блять, оно как будто из адамантия, я продолжаю впиливать. Это уже, по-моему, третий круг. Кстати, время круга заметно сократилось. Если раньше я нарезал круг минут за... нарезал два круга минут за 8, то сейчас 6,5 у меня за глаза. Опаньки. Опача. То есть в среднем 3.15-3.20 на круг. То есть мы вплотную приближаемся к 20 кругам в час. Ну все из-за того, что Астон Мартин охуеть как быстро разгоняется. И охуеть какой тяжелый, что позволяет ему как можно меньше терять скорость при столкновении с мусором. Так. Половина от первоначально заряженного количества орков, это был только первый подкреп. То есть у нас уже по сути и чпок. А если ударить в самый край, то спиннер переворачивается на крышку. Так. Так, что ж получается? Мы уже использовали, по сути, два набора орков. Поехали, поехали, поехали. Ах, ты ж кукушара, ты глянь, он жопу меня пытался заблокировать. 480 тонн, нихуя себе. Я таким макаром, если мы сейчас выполняем челлендж, мы, блять, можем до рейзера не заморачиваться рейти. Если у нас сейчас 3 ляма. Ну, не до рейзера, я, конечно, загнул, но до Ронни Топ-Топыч. Опа, все. Ну что, трусы летающие, мы с тобой один на один, да? А, нет, пиздеж. Блять, в двигатель. Сука. Выкидывай. Хуй. Хуй, я сказал. Хорошо. О, а вот труселя летающие. Идите, блядь. Пол лимон рейта.
5. Почти в одно касание с ограждением. Опять же, чуть-чуть мне до касания не хватило. Сейчас еще получу нарушение. Опа! Так, продолжаем втуливать. Еще едут. Будут так, через пару минут. Шипцы. Не, без шипов. Вот он, ну вижу. И пар. Они стали парами. А, едешь? Ну, поехал. Да едешь ты там или нет? В принципе, можно рассчитывать на 3 миллиона спокойно при таких-то темпах. То есть, учитывая, что мы, грубо говоря, набили 600 тонн за 10 минут. Объект меня толкнул. Вроде ничего серьезного. При этом, экстраполируем, можно спокойно рассчитывать на 3-3,5 как минимум. Вижу объект. Если понапрячься, можно сделать 4. Сколько у нас дается за 10 секунд? Я один. Прошу поддержки. 5 тонн, говорите? Да, еще 5 тонн. Но, смотрите, какая хель. На 5-м уровне мы челлендж немножко видоизменим. Мы не будем выкатывать время, как сейчас. Я сделал паузу в честь 10 минут и немножко отхлебну. Связки сохнут просто нечеловечески. Какое нарушение не получил? Ну, как обычно, неосторожное вождение. Так, 40 меченых, 21 готовый. 13 шипов из 18 общего, 219 ущерба. Короче, все красиво, все хорошо. Ладно, паузу сделали. Ну, даже голос немножко окраску изменил. 600 тысяч за 10 минут. Ну, заебись, что. Так вот, я говорил о том, что на 5-м уровне мы челлендж видоизменим. Мы будем выкатывать не время, как сейчас. Вот сейчас мы выезжаем час. А мы будем нахуяривать определенное количество рейд. Ну, например, 5 миллионов. Когда мы 5 миллионов набьем, значит, можно свободиться. Поэтому, чем больше я буду выносить копов, тем меньше времени у меня это займет. Ну вот если я сейчас бы задался целью набить миллион, да ну тебя нахер. Одного уничтожил просто потому, что он не очень удачно подставился. Ну круто, че. Ой. Так. Хорошо, хорошо, хорошо. Летим. Объект вообразил, что он самолет. Он готов угробить машину, лишь бы уйти. Ну что там гробить? Подвеска-то рассчитана на такие приколы. Попутно получил еще одну меточку. Ну кто бы сомневался. Это какой-то был самоудар, потому что он хлестанул мне своей мордой по багажнику. Так, ну одного я все-таки вынес. 46-24. Ох ты ж, мать же ж твою. Не, ребят, это габелло. Заезд, конечно, был шикарный, но меня арестовали. Ёлкин сок. Вас поняли. Объект задержан. Объект задержан. Бригада выехала. Охраняйте нарушителя. Я вот не понимаю, почему в кат-сцене машины не зависят от уровня нагара. Не, я потрачу жетон, чтобы не стряхивать уровень с машины. А пока, дайте-ка подумать. Поедем, наверное, посмотрим, какие ведра передвижения завезли. Нужно все-таки что-то вот очень юркое, быстро. И, сука, злое. Ну, сами понимаете, одна машина не машина. Да. Как-нибудь скоро, но это действует, в принципе, с любой вещью. Вдруг, как говорится, мне еще
У меня кончатся жетоны, меня 4 раза выебут копы, и что теперь? Я буду ездить на своем хую? Ну уж извините. Так, что у нас тут есть пиздатенького? Колорадо стоит конских денег. Dodge Viper и Car RS. Не, в принципе, можно Dodge взять. Но Колорадо гораздо лучше рулится. Dodge Viper быстрее, но рулится хуже, если сравнить с Aston. Че, берем Dodge. Ну это, мать его, сколько-то там литровый V10. Уехать эта штука должна до крайности бодро, но, блин, задний привод, который делает вот так. При каждом удобном случае. И очень противно. Я даже заткнусь на пару секунд, чтобы это послушать. Тюнячки. Эрос. Он даже ни хера не с этим самым, не с турбинкой, а очень даже с нагнетателем. Так, 59600 итог. Нет, на подвеску у меня денег нет. Трансуха стоит аж 32 тонны. Надо еще за что-то его покрасить. Дайте-ка подумать, в какой цвет его захерачить? Вы, блядь, сомневались. Дискач. Мои любимые Five Gravis. Зеленый цвет на самом деле выглядит как говно. Полуглянцевые желтые. Ну и можно ехать раздавать. В принципе, у нас будет одна машинка для гонок и одна для заезда. Сколько? Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте свои пальцы вверх, комментируйте, обсуждайте. Ну а пока. Пока.